Кабина большегруза после столкновения напоминает груду металлолома. От удара ее в буквальном смысле свернуло на сторону. Сотрудники госавтоинспекции пытаются восстановить картину происшествия. На месте работают сразу несколько экипажей. Из-за плохой погоды нечищено было вообще. Вообще нечищено. Он тоже, наверное, шел не со скоростью какой-то, не знаю, не успел затормозить, и так получилось, что он врезался в мой прицеп. Столкновение в Переславском районе на трассе Холмогоры получилось лобовым. Раскуроченный грузовик врезался в прицеп другого тягача, который на скользкой дороге вынесло на встречную полосу. Поначалу из-за ДТП на дороге образовался большой затор. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. Вина каждого из водителей устанавливается. Пока уголовное дело по факту случившегося не возбуждено, идет проверка. Георгий Колчин, Дмитрий Баранов. Оперативное вещание.